Suzuki Hayabusa является спортивным мотоциклом класса Sport Tour, что производится известной японской компанией, начиная с далекого 99 года. Байк быстро завоевал всеобщее признание, как наиболее быстрый серийный мотоцикл во всем мире. Его максимальная скорость еще тогда колебалась в диапазоне от 303 до 312 км в час. Британские специалисты из Boom Trike сконструировали из гипербыстрого мотоцикла Trike Hayabusa Hardcore. Периодически их детище появлялось на различных мотошоу и до сих пор поражает поклонников экзотики. В качестве основы проекта мастера Boom Trike использовали 1300-кубовый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 197 лошадиных сил. Учитывая, что вся машина весит около 500 кг, она обладает чудовищной динамикой ускорения и может противостоять многим спорткарам. Если же мощности стокового двигателя мало, то есть возможность установить турбо, которая позволяет повысить мощность до 315 лошадиных сил. Для тех, кто не знает, Suzuki GSX-1300R Hayabusa получил название в честь сокола Сапсана. Это птица, название которой часто служит метафорой, что обозначает исключительно большую скорость. Как и Сапсан, что считается самой быстрой из птиц в Японии, этот мото способен быстро разгоняться. Примечательно, что вышеуказанный сокол, охотясь на своих несчастных жертв, достигает показателей скорости в 290-325 км в час. Подбор такого названия для байка обусловлен тем, что вышеуказанная птица зачастую охотится на дроздов. Данная ситуация отражает намерение производителей Suzuki Hayabusa отобрать звание наиболее быстрого серийного байка у супердрозда Honda Super Blackbird. Так и получилось. На практике Hayabusa превзошел вышеуказанную Honda на 16 км в час. Кроме элегантного названия, байк получил прекрасные показатели для езды. Suzuki GSX-1300R Hayabusa имеет много качественных преимуществ. Этот мотоцикл при высокой скорости ведет себя так, как будто последний вовсе и нет. Каждый раз, когда водитель удивляется, переводя свой взгляд с дороги на панель приборов, а именно на спидометр, это утверждение подтверждается. При скорости 120 км в час, например, окружающую дорогу обстановку воспринимается как при 80, а при 240 все как при 150. Разработчики модели от Suzuki сделали все возможное, дабы создать выверенный мотоцикл в аэродинамическом понимании. Они четко подбирали каждую деталь для формы мото, не забывая о функционале его отдельных узлов. Даже при близкой к максимальному показателю скорости водитель чувствует себя единым целым с байком, а воздушный поток с вашего шлема будет игриво стекать по спине, скатываясь с мотоцикла по пластику. Мотор этого байка почти как у автомобиля. При наличии 4 цилиндров и 1340 кубиков объема, железный конь способен на большие подвиги, чем его четырехколесные конкуренты. Suzuki Hayabusa можно легко контролировать в любой ситуации, при этом нельзя назвать данный пилотаж легким или же автоматическим. Возможности мотора просто неисчерпаемы. Он не требует частых переключений передач. Для комфортного седла и удобного руля, казалось бы, нечего добавить.
Также Hayabusa может похвастаться своими тормозами, которые достаточно непросто перегреть. Можно сказать, что это даже невозможно.